Всем привет, с вами Маханева Наталья, канал «Все сразу». И сегодня я буду делать сосиски в тесте, жареные в растительном масле, на сковородочке, в дрожжевом картофельном тесте. Кому интересно, продолжаем смотреть. Значит, что у нас? Две крупные картошки, отваренные в слегка подсоленной воде, перебиты в пюре. Добавила пол пачки маргарина типа хозяюшки, либо сливочного масла можно добавить. Водички в стакан холодный, чтобы не ждать, пока остынет пюре. Далее продолжаем замешивать обычное классическое тесто. Дрожжи, чуть-чуть сахара, мука. Я люблю использовать обычные прессованные дрожжи. Добавлю одно яичко куриное, видите, даже не очищенное. Столовую ложку крахмала. Использую классический рецепт картофельных пампушек от Арины Белой. Единственное, что делаю, меньше масла, меньше крахмала и добавляю одно яйцо. А так, в принципе, тоже классическое тесто. Крахмал, мука пшеничная. Замешиваем не очень крутое тесто, даем ему постоять, подняться. Пока оно немножко липнет к рукам. Прошло полчаса, картошка у нас была теплая, поэтому дрожжи быстро сработали, и тесто наше хорошо поднялось. Сосисочки почищены, начинаем формировать пирожки. С тестом я люблю работать по муке, можно по маслу, но это тесто немножко жидковато, поэтому по маслу проблематично будет собрать его. У меня гиганты. Когда пирожки готовы, можно разогревать масло и начинать быстренько жарить. Пока разогревается масло, достаем блюдо, потому что пирожки готовятся очень быстро. Кладем несколько салфеток, чтобы масло максимально впиталось в них. И так вот пирожки или сосиски в тесте, можете называть их как угодно, должны хотя бы до половины быть в масле, в кипящем масле. Стараюсь готовить на максимально сильном огне, чтобы пирожки как можно быстрее прожарились. И учитывая, что начинка там готовая, сосиска, если бы был, допустим, фарш, то пришлось бы готовить на более тихом огне. Но, тем не менее, надо смотреть, вот там уже начинают поджариваться караули, чтобы они не сгорели на сильном огне. Ах. Я, конечно, за ПП, но раз в пятилетку готовлю жареные пирожки. А маленькие у нас именно пирожки, не в тесте сосиски. Тут у нас вареная сгущенка начинка. Ну что, вот такая горочка у нас получилась. Конечно, надо дождаться, пока остынет, но я разрезала горячие. Сосисочка сочная и кажется, как будто не пропеченная. Но на самом деле они нормально пропеклись. Точнее, не пропеклись, а прожарились. Ну и вот такая у нас в разрезе булочка или пирожок со сгущенкой. С вареной сгущенкой. На мой взгляд, с этим тестом пирожки с вареной сгущенкой выигрывают. Ну и сосиски очень даже неплохо получились. Чесночные пампушки могут быть и без чеснока, а с сосиской либо сгущенкой. Спасибо, Ирина Белая, за рецепт. Всем до скорой встречи.